Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». В неприятной общественной суете и постоянной гонке за адекватной зарплатой люди устают настолько, что готовы хотя бы на 2 недели в году уехать как можно дальше. Поэтому к организации отпуска мы советуем отнестись максимально серьезно. И первое, что важно, это выбор гостиницы. На чем же стоит сделать акцент? Месторасположение заведения. Если цель вашей поездки – полная смена обстановки и вы сравниваете, к примеру, отели Кейптауна, то обращайте внимание на положение гостиницы относительно центра города. Если ваши трудовые будни проходят в мегаполисе, то ненадолго можно предпочесть загородную тишину, шуршание зелени и неторопливые прогулки на свежем воздухе. Но если вы планируете активно изучать местные культурные достопримечательности и даже осуществить шопинг, то вам понадобится хорошая транспортная развязка неподалеку. Нелогично будет тратить много средств и времени на перемещение. Этого и дома достаточно. Принадлежность к крупнейшим гостиничным сетям. Это немаловажный показатель, ведь в сетевых отелях строжайший контроль и уровень обслуживания всегда безупречен. Специфика гостиницы. Для семейного и романтического отдыха больше подойдут небольшие уютные гостиницы, а для сторонников активного образа жизни есть гостиницы с тренажерными залами, бассейнами, ресторанами и диско-барами. Звездочки, солнышки, короны, латинские буквы – все это показатели уровня комфортности заведения для проживающих. Однако, если отели Праги, соответствующие качеству 4 звезд, когда-то пришлись вам по нраву, то рассчитывать на такое же приветливое отношение в турецких 4 звездах все же не рекомендуется. В этом случае помогут не ошибиться специальные инфообзоры и отзывы туристов. Разумеется, планировать путешествия стоит исходя из реального, а не желаемого бюджета. Но существует много возможностей сэкономить. Например, предусмотрены льготы при оплате картой вашего банка, и не стоит ими пренебрегать. Постарайтесь так отдохнуть, чтобы сил и эмоций вам хватило до следующего путешествия. Путешествуйте! От путешествий только польза!